Now we have to prove that if you take a point that satisfies this condition, then it is of the median. And this can often be done by suggesting, assuming that this is not true. So we can take a point in a triangle which is not on the median. And now we have to prove that these two areas are not the same. Okay, you understand? По-русски сейчас мы говорим как противного. Хотя что тут такого противного я не знаю, но так говорят. Допустим, что точка не на медиане, попробуем доказать, что тогда нет. И тоже also all we need is the fact that median bisects. Когда мы ушли в субботу, то они примерно 2 часа решали одну задачу. Я не стал говорить ее решение. И они ее так и не решили. Правда? Тихо, у тебя мама решила. Остальные как? Решили или не решили? Что? Разделить 100 орехов на 10 кучек, чтобы все кучки были разные, но при делении любой кучки возникало бы... Равное. Возникали бы равные. Да. В любом делении другое. Да, да, да. Да, я решил. Подсказка. Числа бывают нечетные. Нечетные числа это при разбиении нечетного числа одно слагаемое четное, а другое нечетное. На самом деле это была всего лишь разинука. Нет. Что это было? Разинука. На самом деле забавно. Они там брали остатки при делении на 4, посмотрим те числа, которые там, понятно, да? Там система остатки при делении на 3, посмотрим те числа, которые. Вот, там ставили рекорды, доходили до 70, 75, до 80. Ну вот, вот то, что числа бывают четные и нечетные, не отгадали. I think I will give you. There are different ways to prove. Ребята, ну соображение. Там же показали провести отрезок PA1. Suppose that P satisfies the condition. This means that the blue area is equal to the green area. Yes. And also PA1 is the median in a small triangle. So these two areas are also equal. Yes. Why does it follow from these two things? That P is on the median. So if I cut the triangle along these two segments, A, P, A1, what will I get? What will I get? This polyline bisects the area. If P satisfies the condition. And then APA1 должно вот умное APA1 должно равняться отрезку APA1. But also APA1 also bisects the area. Yes. So this is one half. This is one half. So this is this must be zero. Okay. This. Когда рассмотреть точку пересечения БП и А. Вот это? Да.